Привет! Ты слышал о даче? Такое понятие, концепт, понятие, как дача. Вот русская дача. Что это? Что такое дача? Дача сейчас, в 2019 году, сейчас, и, ну, примерно после перестройки, то есть в постсоветской России, в России, вот сейчас дача это просто дом. Ну, загородный дом. Загородный дом. Вот. Это город. Ну вот это граница города, граница города. Здесь город, а это загород. Это дом за городом, да? Вот здесь дом, вот этот дом в городе, а этот дом за городом. Загородный дом. Загородный дом. Вот, это загородный дом. Загородный дом – это дача. А дача – это загородный дом. Вот. Дача. Люди живут в городе. А на даче, ну, обычно люди не живут. Обычно люди ездят на дачу на выходные. На выходные это суббота и воскресенье. Вот у нас есть неделя. Неделя это 7 дней, а это выходные. Вот. Обычно люди ездят на дачу в выходные. Вот. А значит, дача это дом и участок. Что такое участок? А вот. Есть дом. А есть такая территория. Вот такая территория называется участок. Почему участок? Часть. Часть. Что такое часть? Вот, например, вот пицца. Да? Вот это часть. Часть пиццы. Или это город. Вот это часть города. И это часть города. Части. Да? Часть. Участок это часть земли. Так, там солнце. Вот. Вот это земля. Да? Участок – это часть земли у человека. Вот это моя часть земли, мой участок.
мой дом, мой участок. Угу. Дача – это дом и участок. Вот.